Я вижу решение проблем транспортной инфраструктуры пассажироперевозок в двух направлениях. Первое – это усиление экспрессов, которые перевозят с одной точки, дальней точки города, прямо в центр. То есть это направление. И второе направление – это уменьшение, возможно создание такого себе какой-то, ну, более развитой паутины электротранспорта, то есть чтобы троллейбусы не ходили с центра города на окраину, а делали более частые курсирования, вот, скажем, до какой-то середины. А дальше, чтобы эту часть уже пассажиров перевозили автобусы и обеспечивали тем самым экологически чистый центр города.